Huawei Nova 5i Pro, Kirin 810, 5 камер и дисплей с отверстием. С вами канал Техноум, поехали! Компания Huawei представила новый смартфон под названием Nova 5i Pro. Фишками новинки с трендовым отверстием в дисплее стала производительная начинка, продвинутая основная камера с 4 сенсорами и емкий аккумулятор с функцией быстрой зарядки. Huawei Nova 5i Pro в корпусе из стекла и металла оснастили 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, 2340 на 1080 пикселей. И соотношением сторон 19.5:9. Дополнительно экран модели покрыт защитным слоем, снижающим нагрузку на глаза пользователя. Сердцем новинки стал 8-ядерный процессор Kirin 810, изготовленный по 7-нанометровому техпроцессу, поддерживающий технологию программной оптимизации Turbo 3.0. В зависимости от конфигурации объем оперативной памяти Nova 5i Pro составляет 6 или 8 гигабайт, встроенного накопителя 128 или 256 гигабайт. Предусмотрен гибридный сим-лоток для установки microSD-карты. Смартфон работает под управлением Android 9.0p с фирменной оболочкой MIUI 9.1. Одной из главных фишек Nova 5i Pro стала основная камера, состоящая сразу из 4 сенсоров 48-мегапиксельного основного со светосилой f1.8, 8-мегапиксельного широкоугольника и 2-мегапиксельных объективов для макросъемки и создания эффекта боке. Фронтальная камера оснащена сенсором с разрешением 32 мегапикселя, и основная и фронтальные камеры поддерживают технологию компоновки пикселей 4 в одном для получения четких снимков при плохом освещении. Емкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт составляет 4000 мАч. В продажу Huawei Nova 5i Pro в черном, зеленом и синем цветах корпуса поступит 2 августа. Стоимость младшей модели с 6128 гигабайт памяти составляет $319. Версия на 8128 гигабайт обойдется в $363. А флагманские модификации Nova 5i Pro с 8256 гигабайт памяти будет стоить $407. Еще одним анонсом Huawei стала обновленная версия прошлогоднего флагмана Mate 20X 5G. Главным изменением в начинке модели стала совместимость с сетями 5-го поколения и поддержка быстрой зарядки мощностью до 40 Вт. Аккумулятор модели при этом значительно похудел по сравнению с предшественником. Его емкость сократилась с 5000 мАч до 4200 мАч. В продажу 5G смартфон поступит 16 августа по цене в $900. На мой взгляд, компания Huawei очень-очень старается для нас, для покупателей, и выкладывает, можно сказать, каждый месяц новый смартфон. Ну что же, с вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!